Привет, снова Сергей Черняк и Берлин Мобилен. Сегодня хочу коротко объяснить, в чем разница между Miete и Pacht. Оба эти немецких слова переводятся на русский язык как аренда. Но в чем между ними разница? Разница в том, что если вы берете в аренду объект недвижимости на условиях Miete, то вы не имеете права получать прибыль, арендуя этот объект недвижимости. Но в отличие от этого, если вы берете объект аренды в пахт, то вы имеете право, арендуя, получать с этого объекта прибыль. Например, вы арендуете магазин, вы арендуете офис, вы арендуете ресторан. Это все надо брать в пахт. Если у вас есть вопросы, задавайте, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этой новостью. Пока. Сергей Черняк, Берлин Мобиль.